Привет! Сегодня в России отмечается День науки. Одно из самых значительных научных открытий является биопротез 21 века, который управляет силой мысли и передает ощущения от искусственных пальцев мозг. Последние два десятилетия наука сделала огромный шаг в создании биопротеза. В 2010 году английская фирма Stipper представила биопротез руки, с помощью которого человек способен делать разнообразные виды действия. Управляющие сигналы для этого снимаются с грудных мышц тела. Другая компания Bionic в 2016 году изготовила бионический протез руки, который изделие оснащено это датчиками чувствительности, подключенными к нервным окончаниям культи. Таким образом достигается обратная связь, чтобы пациент мог чувствовать прикосновение и тепло. Но также и в России ведется разработка. В рамках проекта «Моторика» недавно была создана бионическая рука Страдивари, которая силой мысли может производить 6 видов хватов. В запястье разработчики встроили электронные часы. Наш мир не стоит на месте.